В рамках республиканской акции «Сады надежды», посвященной году исторической памяти, состоялась церемония посадки яблоневого сада. Эти деревья выбраны не случайно. Ведь яблоко в первую очередь символ знаний, солнечного тепла, символ благосостояния, плодородия земли. Посадка яблоневого сада на территории 32-й школы – мероприятие знаковое. Ведь дерево символизирует единство. И прежде всего единство поколений, которые учатся и будут учиться в стенах школы. Это очень важная символизация. Личная акция. Дело все в том, что через посадку деревьев, наверное, мы передаем те традиции нашего народа, которые всегда сохраняются. Ведь не зря в народе говорят: посади дерево, вырасти сына. И сегодня вот именно дети, наверное, прочувствуют вот этот важный момент связи поколений, любви к родине, дому, потому что дерево будет расти, и всегда, проходя мимо, они будут помнить о том, что когда-то в первом классе они посадили дерево, и это очень важно для каждого человека. Посадка саженцев была доверена учащимся 11 классов членам Белорусского республиканского союза молодежи, которые в скором времени покинут стены родной школы, и учащимся первых классов, которые являются продолжателями добрых дел и традиций старшего поколения. Сад является символом жизни, поэтому очень важно такие вот акции проводить и прививать вот это вот нашему подрастающему поколению вот эту любовь и к труду, уже говорила, и к доброму делу. Участие молодежи в таких акциях очень важно, потому что это такая память и для нас, и для первоклашек. Вот. Мы очень надеемся, что первоклашки будут ухаживать за этим садом, и в дальнейшем, может, когда я буду приходить после выпуска в школу, я думаю, что будет приятно видеть эти деревья и понимаешь, и вспоминать, как мы их садили. Я сегодня сажала дерево. Я в будущем буду его поливать и ухаживать за ним. Теперь каждое посаженное дерево будет напоминать старшеклассникам о беззаботной школьной жизни. А вот на нынешних первоклашек возлагается большая ответственность – сберечь деревца и вырастить сад надежды на добрую память за добрые дела.